Приветик! Сегодня мы будем смотреть очередную серию про Poppy Playtime от канала GameTones в русской озвучке MadClown TV. И сегодня у нас на очереди серия под названием Poppy Playtime, но все поменялись ролями. Что ж, давайте смотреть. Несколько недель ужасная длинноногая мамочка охотилась на нас. Да ё-моё! Я уже думала, что нашла идеальную формулу против сыворотки длинноногой мамочки. Но все опять пошло не так. Ой, это что, длинноногая мамочка снова стала человеком? Это ведь Молли. И, кстати, Поппи сказала, что все опять пошло не так. Это она имела в виду, что в прошлой серии она всех превратила в малышей. Если вы еще не смотрели предыдущую серию, то обязательно посмотрите. Она довольно-таки забавная. Ты вылечила меня, Поппи! Ты справилась! Я в этом не уверена. А почему не уверена-то? Вообще-то, Молли стала человеком. Это уже большой прогресс. Как говорится, есть к чему стремиться. Ой, какими огромными пауками стали игроки Хаги-Ваги. Надо уходить! Немедленно! Мы не можем бросить игрока и Хаги! Позволь мне поговорить с ними! Да это очень тупая идея! Их мутация неконтролируемая! Они, наверное, вообще больше не понимают тебя! Но согласитесь, они довольно-таки прикольно нарисованы. Вроде бы и жуткие, но в то же время клевые. Парни, послушайте, нам надо найти решение! Но до этого просто вдохните поглубже и... Окей, Молли, думаю, ты права. Бежим! Смотри, это наш шанс выбраться отсюда. Ты хочешь, чтобы мы ехали там? Это ведь грузовой поезд. Пока я здесь работала, мы с другими инженерами постоянно на них катались. Это самый быстрый способ перемещения по фабрике. Ой, а с чего вдруг я смотрел грузовой поезд? И чё, может, какое-нибудь там комфортабельное такси подавай? Ей же вроде бы просто подальше надо свалить от этих огромных пауков. А ей, видите ли, комфорт подавай. Но ведь этот поезд поедет через зону строительства. Там до сих пор все части фабрики все еще не закончены. Мы можем потеряться, или разбиться, или и то, и другое. Ой, можно подумать, что вас это хоть раз останавливало. Я знаю, но в конце этой линии есть секретная тестовая комната, где мы сможем найти решение всех наших паучьих проблем. Если мы доберемся до туда, пока нас не поймали, то мы спасены. В противном случае... Что ж, думаю, у бургеров нет выбора. О, вот это настрой! Что ж, расскажи мне больше об этой секретной комнате. Ну, она секретная, не просто так. Ой, как она технично отмазалась. Спустя многие годы создания живых игрушек, в конце концов, инженеры научились контролировать их жестокость. У них были шокеры, ошейники, намордники. Но что, если что-то было очень опасным и на него ничего не действует? Ой, что-то там в воздухе все летает и летает. Куча всякого мусора. Но как оно держится в воздухе? Вот в чем вопрос. Что делать, если игрушка будет очень жестокой? Более жестокой, чем Хаги? И Килли-Вилли? Да, например, как ужасный паук-мутант. Начальство хотело, чтобы были инструменты для борьбы с такой угрозой. Поэтому мы сделали одно. Это один из последних проектов, над которыми я работала. Прежде чем стала другим существом. Под инструментом ты подразумеваешь оружие? Или лекарство? Это решение нашей проблемы. Но мы ведь не можем убить игрока и Хаги. Ты знаешь об этом, верно? Я уверена, что их еще можно спасти. Ой, Поппи, ты что, забыла, с кем ты общаешься? Это ведь типичный ученый, Poppy Playtime. Они ведь только о себе думают. Насколько уверена? Да на все 100%. Просто в глазах этих пауков я не увидела ничего человеческого. Они были как животные. Ну, то же самое вы говорили и про Хаги, когда он только в первый раз обратился. А ведь теперь он абсолютно другой. В смысле, был другим. Конечно, до того, как он стал пауком-людоедом. Я считаю, что не надо судить о книге по обложке. А что это там за шум? Да просто задеваем всякий мусор.
В зоне строительства есть много тяжелых вещей. Ты правда думаешь, что у них есть надежда? Ну, обычно я стараюсь видеть в людях хорошее, независимо от... Игрок! Хаги, послушайте меня! Вы не хотите это делать! Вы что, не узнаете меня? Я ведь Поппи! Ой, какие же все-таки они ужасно страшные! Прям свирепые мутанты! Жуть-то какая! Надо сваливать от них подальше! Надо выбираться через крышу! Пошли! Сколько у нас времени? Не очень много. Они прорвутся сюда в любую минуту. О, нет! Утки! Чего это вообще там происходит-то? Откуда там столько много ванных уток? Да и прочего мусора. Вон, я вижу запчасти Лего, кубик Рубика. Почему они там летают? Этот путь очень опасный. Ах, да ты не шутила. Нельзя отвлекаться. На такой скорости одно столкновение и бам! Ты желе. Берегись. Кажется, у меня получается, Молли. Молли? Молли! Я в порядке, в порядке. Я в порядке. Ой, да ты ведь сказала, что один удар, и ты желе. Что-то мы не видим, чтобы ты в желе превратилась. Вроде бы целая и невредимая. Все хорошо, просто хватай мою руку. Ну же, я вытащу тебя. Ой, как ты ее вытащишь? Вообще-то она весит примерно 50-60 килограмм. Как ты ее вытаскивать собралась? Ты ведь просто кукла. Ты доверяешь мне? Надо прыгать. Но мы ведь еще не остановились. Это не важно. Прыгай или умрешь. Сейчас. О, мы на месте. Ой, как удобненько-то. Просто рандомно прыгнули и оказались прямо на месте. Ну, ладно. Выглядит довольно жутко. Ну а чего ты ожидал от места, заброшенного много лет назад? Ну же, пошли. Ты же вроде бы говорила, что это место суперважное лекарство. Почему оно похоже на мавзолей? Ой, нет, Поппи, ты что-то путаешь. Она не говорила, что это какое-то суперважное лекарство. Она говорила, что это решение паучьих проблем, а не лекарство. Его забросили после первого испытания. Что-то вроде смертельной дозы радиации, я не знаю, но... Бургеров нет выбора, так ведь? Поторопись, нам сюда. Оно прямо здесь. А вот и оно. Молли, это определенно лазерная пушка. Это лазерная пушка, редуктивная. Эта машина стреляет мощным ионным лучом, который разъединяет органические молекулы. А что это значит, если сказать обычным человеческим языком? Все, что ходит, перестанет ходить. Ну то есть им хана будет, вот что это значит. И кстати о дьяволе. Погоди, мы не можем навредить им. Ты ведь говорил, что это не оружие. Нет, я сказала, что это решение. Иногда оружие – это единственный способ защитить себя. Самооборона – это одно. Но похоже, что ты просто хочешь взорвать их в следующем году. А бомба замедленного действия – это совсем другой проект. Так что нет, это просто убьет их. Отойди в сторону, Поппи. Я не хочу навредить тебе. Я не позволю тебе навредить моим друзьям. От этого был бы эффект, если ты была бы выше. Ой, честно говоря, мне кажется, что Молли вообще не остановилась бы. И все равно выстрелила бы прям через Поппи. Потому что ей вообще плевать на них. Ну, мне так кажется. Хаги, нет! Перезарядка? Какой же отстой! Ой, ничего себе! Как же быстро она обратилась! Почему так быстро действует эффект обращения в паука? Что-то мне это непонятно. Поппи! Поппи! Что? Ты можешь понимать меня? Да! Но как? Потому что теперь ты тоже паук. Извини, что укусил тебя. Но у меня не было выбора. Хаги уже пытался поговорить с тобой, но... Но я слышала только шипение.
А как же вы тогда понимаете длинноногую мамочку? Она ведь тоже паук. Да и длинноногий папочка тоже вроде как говорит с вами на одном языке. Как вы их понимаете? Что-то мне это непонятно. Ты в порядке, Хаги? Ой, смотрите, Хаги-Ваги еще живой. Видимо, эта пушка не настолько мощная, как о ней говорили. Едва ли. И я не продержусь долго. Мне очень жаль, что Молли это сделала. Я думала, что она хочет вылечить вас, ребята, но никак не поджарить. И как же нам стать нормальными? У игрока есть идея. Мы уже пытались сказать тебе раньше. Зелье обратило наши тела. И единственный способ все исправить, это сделать Молли снова пауком. Бьюсь об заклад, она сделает что угодно, чтобы этого не произошло. Один из нас может поймать ее и принести сюда, и мы сможем укусить ее. Прежде чем Хаги... Умрет. Говорите, как есть. Этот луч попал... Важные паучьи органы. Поэтому мне нужно новое тело. Ой, в какие же важные паучьи органы попал этот луч? Ну-ка, назовите-ка нам эти паучьи важные органы. Я пойду. Поппи, оставайся тут. И охраняй Хаги. Кто знает, что еще тут может ползать. Хорошо. Удачи. Уходи. Уходи, пожалуйста, убирайся. Да отстань ты от меня! Мне нужно оружие! Труба, нож, что угодно! Нету? Окей, успокойся, Молли. Ты же ученый. Используй мозг. Да вон сзади тебя швабра стоит. Воспользуйся ей. Это ремонтная кладовая. А это значит, что если кому-то из персонала понадобится, то они смогут найти... Запасной гроппак! Вот теперь поговорим. Легок на помине. Надо идти дальше. О, а вот и выход. Надо заставить эту дверь работать, я выберусь. Ну конечно, предохранители отключены. Мне надо сделать все самой. Ну это было не очень трудно. Осталось найти еще два. Все под контролем. Ты справишься. Осталось найти красный. Я свободна. Ой, ну прям такая напряженная сцена, что я даже, честно говоря, за Молли начинаю болеть. Давай, Молли, выбирайся уже из этой фабрики. Погоди, почему я ничего не слышу? Может быть, он уже ушел? Может, он уже не здесь? Да, вот так. Он не нашел тебя и ушел туда, откуда пришел. О, это последняя деталь. Надо срочно вернуться назад. Ой, господи, какая жуть. Вы только посмотрите на морду этого огромного паука. Это какой-то кошмар, блин. Пожалуйста, держись, Хаги. Я поймал ее, поймал. Окей, Молли, это ради твоего же блага. Ну, вообще-то не совсем. Это ради нашего блага. А вот тут надо отметить, что игрок все-таки честно все сказал. Это для их блага, а не для блага Молли. Ведь ей они только хуже сделают. Но мы не должны притворяться, что и от этого должно стать как-то лучше. Игрок, Хаги умирает, давай уже сделаем это. Вау, мы стали нормальными. Нам, наверное, лучше уйти, прежде чем... Ах, я была так близка, чтобы наконец-то избавиться от вас, фриков. Лучше бы вам начинать убегать. Умрите. Ну, вот такая анимация. Честно говоря, мне эта серия понравилась. Хотя в какой-то момент даже стало жалко эту Молли. Потому что, по сути, она тоже так-то жертва этой фабрики. Ей практически удалось сбежать. Но эти трое не позволили ей сделать это. К сожалению. Ну, ладно. Посмотрим, что будет дальше.